допустим, вы в 14 лет, либо в 16 лет получаете первый паспорт. И там расписываете. Зачем нужна эта подпись вообще? Для того, чтобы ее нотариус, либо какие-то другие организации могли сверить с подписанным вами документом. Но в процессе эволюции каждый человек взрослеет, у каждого почерк меняется, у каждого человека упрощается сама подпись, которой он подписывается. И поэтому существует закономерный вопрос, как же ее изменить в паспорте, чтобы она соответствовала той подписи, которую вы оставляете на документах. Это сделать очень просто. В 20 лет и в 45 лет вы будете менять паспорт. И при замене паспорта вы можете изменить свою подпись на существующую. Либо же вы можете написать заявление об утере паспорта, либо о порче паспорта, либо не заявление на несоответствие подписи, для чего вам нужно будет получить новый паспорт и поставить в нем подпись. Вот и все. Вот и все. Самое простое. Поэтому, если вы задумываетесь о том, чтобы сменить свою подпись на ту, которая у вас сейчас, самый простой способ – это написать заявление в УФМС, либо в мои документы, о том, что вы хотите изменить подпись, чтобы вам поменяли паспорт. Либо же обратиться в милицию об утере паспорта, либо о порче паспорта. В таком случае ваш паспорт должен быть испорчен и подлежит замене. Если он подлежит замене, при замене вам скажут подписать данный документ, и вы подписываете той подписью, которой пользуетесь сейчас. Вот и все. Всем, кому было интересно данное видео, ставим палец вверх. Ну и, соответственно, подписываемся на канал. А самое главное, не забудьте, что нотариально эта подпись очень важна для вас. Но нигде в законе не прописано о том, что она должна не соответствовать. То есть она должна соответствовать паспорту. И вы свою подпись приводите в надлежащий вид для всех последующих документов, меняя ее на ту, которой пользуетесь сейчас. Всем пока. Ну и напоследок, не стоит забывать о том, что мошенники, подделывая вашу подпись в каких-то документах, чем проще она будет, тем проще будет им это сделать. Поэтому усложняйте свой индивидуальный идентификатор в виде подписи как можно сложнее. Всем пока.